Существует некая манипуляция, такая очень хитрая, когда подменяются понятия обязанности министерства, есть уставные обязанности министерства обеспечить государственные программы. Вместо этого министерство вдруг начинает заниматься поисками коррупционеров, вдруг начинает экономить наши деньги, наших налогоплательщиков, и мои в том числе. Задача министерства по уставу не экономить деньги и не бороться с коррупцией. Для этого у нас есть совсем другие органы. Задача министерства обеспечить нас, врачей и наших пациентов, расходными материалами и медикаментами. Вот с этой задачей они не справились. По состоянию на сегодня, насколько изменилась ситуация? Я хотел бы уйти от персонификации некой. Да, у меня нет сегодня противостояния и какого-то скандала с госпожой Супрун, как и нет у меня противостояния с общественными организациями. Я просто задаю вопрос, что делать сегодня нашим пациентам, которых привозит скорая помощь, и которым я, как врач, имея за спиной юридическую и моральную ответственность за их жизнь, не могу помочь. Они экономят деньги и занимаются поисками коррупционеров. Вот в чем проблема.